Чё, всем здорово, пацаны, с вами Авин. Мы продолжаем играть на сервере Радмир. Второй сервер. Как всегда, все в описании. И сегодня я хотел бы вам рассказать, как я купил данный замечательный ГТР. Купил его вчера. Купил в игрока Пипукс или Рипукс, или я не знаю как. Вот сейчас вы видите скрин. У меня, я конечно записывал туда серию, но я записал не в том расширении. Сейчас вы можете спросить, ну, зачем ты менял расширение? Потому что у меня монитор получается 1440 на 900, а расширение, ну, широкий экран, это 1600 на 900. Мне получается, чтобы нормально, в нормальном качестве записывать, надо другой монитор, потому я изменил расширение. И, короче, записалось коряво. Ну. Так что перезаписываю данную серию. Ну, всем приятного просмотра. Как вы заметили, у меня уже окна, да, на гитаре и на, кажется, на этом, на гелике открываются окна, вот правые, вот, зажали и открылись окна, вообще топово. Что хотел вам сказать, купил данный гитар за 53 тысячи, давайте выйдем, посмотрим его вокруг. Купил за 53 тысячи, немножко уже успел изменить фары и все, больше ничего не изменял. Это получается типа Rocket Bunny, типа, ну почти Rocket Bunny идет с таким вот весом. Сразу говорю, что я, наверное, его изменю. У меня есть двое развития событий, короче, две ветки. Это либо я оставляю данный автомобиль вот в таком неизменном виде, ничего с ним не делаю и катаюсь, либо я его продаю. Ну, купил я за 63, конечно же, можно продать его дороже, потом расскажу почему. И покупаю уже другой GTR, не такой в тюнинге, дешевле. И делаю его под, типа, 11-й год, типа, как в Булкина. Вот, типа, того, мне очень он прям зашел. А вот Nismo, этот, лавка эта большая, что-то мне, если честно, не зашла. Вот такой вот. Так что пишите комментарии, что делать, продавать его и покупать другое делать, или же оставить данный автомобиль и кататься на нем. Также хотел вам сказать, что вы заходили, конечно же, в мою беседу подписчиков, все в описании, заходите вместе, общаемся, пишу, когда серички будут, стримчики, туда все скидываю, все, кто вступит, может всегда смотреть мои серии, всегда первыми. Так, и, наверное, последний штришок надо сделать, это вот транспорт, GTR, номер и поставить. Вот. Данный номер, если вы не знали, у меня, короче, я это не записывал, у меня был кабан на пневме, и я снял с него данный номер, это Киев, киевский регион, это было бы АИ, первые две буквы, так, АА, это Киев. 3, 8, 5, ну такой, более-менее номерки, я не хотел ставить свои номерки своего региона, так как у меня вообще тут ни блата, ничего. Потом, если куплю себе блат на своем регионе, буду ставить только их. Вот так вообще сочно, спонт 30, вот такой вот. Ладно, давайте поедем, посмотрим, что тут по комплектации в данном. И пишите, конечно же, записывать мне с таким вот ENB от сервера или не записывать, чтобы я знал. И поедем, посмотрим, что тут по комплектации, сколько тут всего стоит. Так что давайте отправляемся на СТОшку. Приехали мы на СТОшку. Так, колеса стоят тут за 5000, я уже смотрел вот эти. Запчасти, давайте сейчас достану калькулятор, это все почитаю. 5000 запчасти стоит на сардон детектор за 2000, плюс у нас стоит стробоскопы за 1000. Я, конечно, их не люблю улыбать, ничего они не зашли. Полицейский сигнал у нас стоит за 1000, также у нас стоит заглушка РП, это 150. Все, дальше у нас ничего. А нет, у нас еще подвеска это стоит за 1000. И также стоит ЭБУ, это чтобы изменить подвеску, это чтобы подвеску изменять, ЭБУ это максимальную скорость изменять. Все. Здесь нас вышло только на 11 тысяч. Теперь заходим в обвесы. И сейчас скажу, сколько у нас обвесы стоят, на сколько людей. 200 плюс 900 плюс 900 плюс 300 плюс 2,5. Плюс 450, плюс 400, плюс 700, плюс 1500,
плюс 700, плюс 1500. Короче, это вместе вышло с тюнингом внутренним 21 тысяча, а это только на винил. Ой, на винил, там еще винил. Да, до винила мы еще дойдем. Так, по технической и по внешней части вышло на 21 тысячу. А сейчас я вам покажу, какой я примерно ГТР хочу сделать. Передний бампер я хочу сделать от... посмотрим, эти Нисма не хочу. Вот это тоже мне не нравится. Это, тем более, вот этот ГТР вот старый сделать. Вот этот диффузер его не будет, или как это называется? Ой, не диффузор. Это называется юбка это по бокам, это сплиттер. Сплиттер, кажется, да. Его не будет, его потом можно убрать. Я вам ставлю примерно скрипт, какой я хочу сделать. Я на ЗБТ такой делал ГТР. Сзади мы сделаем... Можно и Нисма ставить. Но я все-таки лучше сделаю вот этот старый. Далее. Пороги мы Нисма не будем ставить. Вообще не будет порогов. Так. Этот будет такой вот. Справа. Это что у нас? Крылья. Крылья у нас будут стоковые. Будет вообще ничего. Color. Какой-то color еще. Каркас безопасности. Утиный хвост, вот этого не будет, спойлер будет стоковый. Ну, сейчас стокового его нет, так вот. Так, ГТР, это фара, да? Да, я понимаю. Ну, такой, короче, ПК, смотра, номерная рамка. Ну, потом, это все, конечно же, увидите. Чиповочка у нас тут стоит вообще примитивная. Ну, ладно. Так, давайте заведем и поедем мы сейчас у винила. Так, дальнобойщики. Кстати, на дальнобойщиках прям очень тут хорошо работать. Можно за 5-10 минут заработать 500-600 баксов. Это считайте две оказии, как несмотря. Так, мы заехали в винилы. Посмотрим, что по винилам. Здесь на винилах этот винил, вот, видите, стоит 10 тысяч долларов. Плюс добавляем 10 тысяч. Так, убирать его не буду, конечно же. Так, винил. С фарой еще там 250. Ну, я не буду это добывать. Мэнсери. Винил стоит 500 долларов, кажется. И получается... Ну, можно что-то еще добавить, но я пока не хочу ничего добавлять, так как я не знаю, продавать его или не продавать. Вот такой вот. Выезжаем. Так, давайте закроем окно, чтобы не дуло. Так, сошла. Вот. Иди в жопу. Стоп, пожечип, дырах. Не могу. И получается, у нас есть тюнинг вышел у данного ГТР на 32 тысячи, пацаны. Это только ГТР 32 тысячи стоит, а запомните еще, он в салону стоит. Не, не ГТР. Он в салону стоит 62 тысячи и плюс 32 тысячи тюнинга. Это у нас вместе выходит 94 тысячи. ГТР за 100 тысяч долларов. Это шок просто. Давайте проверим, что тут по скорости. Я поставлю чиповочку, так. Давайте врубим интерфейс, чтобы посмотреть скорость. Вот такое. Давайте. Раз, два, три. И поехали. Пока набираем уверенно. 360. 360 мы набираем. Только не знаю, это хорошо или плохо. Так как я 60, я не помню, ехала она быстрее или медленнее данного ГТР. Не знаю, если даже быстрее, то я не особо расстроюсь. Потому что ГТР очень красивый, очень красивый. Очень красивый, короче, хорошо едет. Вот. Ну это все, пацаны. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайкосик. Заходите на второй сервер, будем вместе играть, вместе записывать серии. Если у кого есть украинские хорошие номера, можете мне предлагать. Я, возможно, куплю вам. Если хотите, можете мне подарить. Буду с ними обязательно ездить. Если, конечно, блат. Ну хотя бы вот такие три цифры одинаковые. Вот такие. Всем буду рад, конечно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, пишите, нормальный ли данный ГТР. Также пишите, нормально ли играть с ENB, не лагать или что-то такое. Ну, с вами был Лайм, всем удачи, пацаны, и всем пока.